Азербайджан Петр Михайлович, приветствую вас в Чеченской Республике. Наша республика динамично развивается, ставит перед собой новые цели. Их реализация невозможна без развития банковской инфраструктуры. Считаю, что запланированное подписание соглашения о сотрудничестве станет важным шагом в развитии нашего партнерства. Совместные усилия помогут нам реализовать целый комплекс инвестиционных проектов, создать новые рабочие места. Уверен, наша совместная работа позволит развить финансово-экономический сектор Чеченской Республики и сделать банковские услуги более доступными. Уважаемый Петр Михайлович, хочу поблагодарить вас за визит. Ваши заслуги укрепления банковской системы имеют большую ценность для нашей страны. Спасибо еще раз, что вы нашли время, приехали к нам в республику. Я уверен, что есть о чем поговорить и реализовать новые программы, проекты. И доверие друг другу большое значение имеет. Спасибо еще раз. Уважаемый Рамзан Ахматович, спасибо вам огромное за приглашение. Мы видим, как продуктивно развивается республика. Для нашего банка очень важно быть рядом. Мы исторически присутствуем здесь, в республике. Мы готовы всячески содействовать развитию и экономики республики, и промышленного потенциала. Считаем, что все возможности для этого есть. Мы будем готовы обсуждать вопросы развития и малого, и среднего бизнеса, и строительства, и инвестиционных проектов, и все, что связано с работой с гражданами республики, с физическими лицами. В общем, по полному спектру. Поэтому спасибо большое. Очень благодарны вам за поддержку, за сотрудничество. Мы на постоянной связи с вашими коллегами. Работу уже ведем какое-то время. Хотелось вот очно, лично это все проговорить, пожать руки. Уверен, что у нас получится дело. Подписывается соглашение о сотрудничестве между Чеченской Республикой и публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк». Чеченская Республика в лице главы Чеченской Республики Кадырова Рамзана Ахматовича с одной стороны и публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» в лице председателя Прокопа Петра Михайловича с другой стороны. Спасибо вам огромное. Спасибо большое, что я познакомился. Мне кажется, очень понятный разговор. Я очень ценю. Спасибо вам огромное. Будем работать. Всего самого доброго. Спасибо.